Класс, класс, класс. После дождичка прийти при низком ветре, попробовать кого-нибудь половить. О, чувствую тычок первый. Не знаю только какого размера рыбка. Невеликого, но все-таки. Есть. Среди этих водорослей рыбка есть. Ну, а рыбка непростая. Рыбка очень молодая. Вот такая. О, хороший, хороший окунь. Хороший. Ну, как хороший. По сравнению с тем ершом, несомненно, хороший. Да, хочется попробовать какую-нибудь японскую старую классику лапшеватого вида. Эх, не знаю, суждено ли будет когда-нибудь найти на просторах интернета и купить что-нибудь. Сейчас Смита приглядываю себе. Да. Конечно, пока круче Матаги я никого не видел. По чуйке, конечно, это, но вы посмотрите. Вот такая вот мелюзга. Прям в руку. Через нанофил вообще прям, ну. Эх, еще бы лапша она была бы, вообще бы цены бы и не было, конечно. Опять кто-то. Опа. Эх, такого же размера кто-то в крае там охотится. Проявляет свои хищнические качества. Ох, еле выговорил, то, по-моему, неправильно. Вот такая вот стайка микроокуня тут найдена. О, огонь. Ёлки-палки. Ёлки-палки, окушок. Да бодрости, да встаньте вы, а, уже, а. Ну, сколько можно. Уже не только крючок, уже все руки мне запулили. Все руки меня запутали. Есть окушочек. Есть дружочек. Окушочек прям стоял под кораблем. Есть поклевочка. Давай, давай, хватай. Есть, есть, схватил, молодец. 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 Это уже ёшик. Это уже ёшечек. Ну, целый остров. Опа. Вот такой. Ты, блин, это что у нас за? Это ёрш. Это у нас карась такой не был. Это ёрш. О, это ёрш. Это обратно, а не, это обратно. Это окунь уже. Да ладно. Это уже окунь. Нихуя себе. Ну это уже другая вещка. Оп, 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 пошла. Это уже уклейка. Это я уже вижу. А, даже плотвичка даже. Ну да, уже. Плотвичка. Ёрш. Да ёрш, блин, сопротивляйся всегда, блядь. Как будто карась. Вот сейчас они один в один похожи. И сколько
удочка вот такая вот тоненькая стоит. Ну, не, удочка. По-разному. Удочка. С доставкой, с работой 23 тысячи.